О перспективах развития в Сочи сети электронных читальных залов говорили сегодня на встрече Анатолий Пахомов и генеральный директор президентской библиотеки. Александр Вершинин в Сочи приехал всего на 2 дня. Отметил, город очень красивый и видно, что внимание, в том числе культуре, уделяется колоссальное. Все библиотеки города отремонтированы и модернизированы. Пополнить фонды готова и президентская библиотека с помощью интернета. 3 электронных читальных зала в 3 санаториях уже работают, но только в летний сезон. Александр Вершинин предложил сделать доступ к документам по теории, практике и истории российской государственности круглогодичным. Сочи действительно одна из приоритетных площадок для организации самых разных мероприятий. И в этом смысле требуются информационные ресурсы. Поэтому библиотеки и модернизированные, и исторические, они, конечно, просто будут востребованы. Ну а что касается нас, то мы пытаемся эти ресурсы подавать через интернет. Анатолий Пахомов президенту библиотеки подарил книгу о Сочи. Она рассказывает об этапах подготовки к Олимпиаде и отметил, доступ к такой литературе должен быть у каждого. Наш общий бы проект был бы в том, чтобы вот это все олимпийское, что построено, да, каким-то образом выбросить в интернет, чтобы это стало достоянием не только наши с вами, и не только России, может быть, и всего международного сообщества. Это интересно. Для города, конечно, реклама, в целом для нашей Родины. Это история очень позитивная и гордость за то, что мы сделали за 5-6 лет. Александр Вершинин одобрил идею мэра. Она обязательно будет рассмотрена и воплощена в жизнь. Тем более, что материалы об истории Сочи уже есть в фондах библиотеки. В завершении встречи руководитель президентской библиотеки вручил Анатолию Пахомову в знак многолетнего сотрудничества памятный медальон. Такие библиотека выпустила в честь 5-летнего юбилея со дня своего открытия. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФХТ.